Деньги Дорожного фонда Омской области в прошлом и позапрошлом годах использовались исключительно по назначению. Так, на редакционный запрос «Антенны-7» ответил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса области Александр Фрикель. Однако каждый раз средства осваивали не полностью. Так, в 2014 году на дороги потратили 3/4 от плана, а в 2015 и того меньше – 70%. Впрочем, чиновник утверждает, что на этот год средства восстановлены и будут направлены по назначению. По сравнению с 2014 годом, в 2015 году объемы выполнения ямочного ремонта выросли на 31,9% и составили 448,1 тысячи квадратных метров. Объемы ремонта автомобильных дорог выросли в 5,6 раза и составили 31,9 километра. Ранее во время прямой линии на ответ жительницы Омска президент Владимир Путин сказал, что, я цитирую, «денег в дорожных фондах, в общем-то, немало, но очень много средств уходит нецелевым образом на решение других задач». Конец цитаты. Как теперь выясняется, для Омской области это не актуально. В городских учреждениях считают, что проблема разрушения дорог в другом, в многолетнем недофинансировании отрасли, и приводят конкретные цифры. 2,7 миллиарда рублей ежегодное содержание нашей дорожно-транспортной сети, только содержание, без ремонтов. У нас сегодня вот на этот год 501 миллион. То есть 1/5? 1/5. И это десятилетиями. И 14-й год, и 15-й, и 12-й. Вот сегодня практически 80% автомобильных дорог надо реконструировать. Однако в этом году удастся отремонтировать только 20-ю часть от всего дорожного покрытия в Омске.